Итак, теперь очередь еще одного весьма распиаренного ножика. Это Emerson Super CQC 7. Ой, что-то я им резал тут. Значит, стамеска, которая, по словам производителя, должна показывать какую-то феноменальную пенетративную способность, то есть проникающую. Какие опасения у меня до теста? Во-первых, рукоять. Никаких особенно глубоких подпальцевых выемок нет. Насколько это все будет безопасно, надежно удерживаться, я пока не знаю. И второй пункт. При нанесении удара, если мы чуть-чуть будем надавливать на рукоять, как себя будет вести лайнер-лок? Ну вот мы видим, как заходит лайнер. В принципе, он заходит на середину, может быть, даже чуть дальше. И при этом залипает. Ну, я не против того, что он заходит на середину, и тем более не против того, что он залипает. Я считаю, что это добавляет некой надежности. Но давайте посмотрим. Ну, чтобы нас не путали эти отверстия, которые еще от марка остались. Перевернем. О. Ну что ж, я постараюсь его взять как бы понадежнее, да? Ну, давайте сначала обычным таким вот хватом. Не буду фехтовальным. Так, теперь попробую фехтовальным. Влетает, на удивление, хорошо. Вот мы видим, эффективная длина клинка при таких вот нагрузках ограничивается таблеткой. Ну, ладно, не в этом дело. Попробуем нажать, но он просто прорезает. Конечно, жалко мне немножко этот прекрасный сатин, он поцарапается от картона, ну ладно. Попробую надавить на рукояк. Замок весьма хорошо держит. Я весьма этому рад. То есть я пытаюсь по диагонали создать нагрузку, чтобы один угол упирался обухом вверх, а другой как бы вниз. Я чувствую некую подпружину, что-то там поигрывает лайнер как-то, но ни на чем это не сказывается. Ха, интересно. Слушайте, а давайте-ка мы с вами, знаете, что попробуем? Обушком. Кстати, вот как после наших тестов теперь замок заходит. Ну, никаких изменений я не замечаю. Может быть, чуть-чуть дальше. Блин, держит. Слушайте, я не ожидал. На данный момент я могу сказать, что суперсемерка вгрызается, входит при колющем ударе лучше, чем мод Mark 1. Хотя, блин, почему меня это удивляет? Здесь понятное дело, что стамеска, она отыграет получше. Так, а вот и косячок. После всего этого лайнер заходит вообще до конца клинка. Пока что с клинка он не соскакивает, но стал заходить гораздо глубже, чем это было до этого. Да. Ну вот, с лайнерами всегда так. Как-то постоянно нужно отслеживать, как он заходит. Вот эта динамика, что он все-таки имеет такой вот некий износ.